Так, всем привет. Смотрим, если у нас вдруг Коника Минолта 224 выдала сообщение о том, что нам необходимо заменить контейнер с отработанным тонером, это можно сделать достаточно легко, хотя это работа системного администратора, либо обслуживающей организации, если машина находится у них на обслуживании. Вот. Но бывают форс-мажоры, когда системного администратора либо нет, либо он не может приехать, а надо срочно. Мы можем это сделать сами, буквально потратив на это 5 минут. Подождите, сейчас покажу. Давайте пока ставим. Итак, смотрим сюда. Здесь находится контейнер для отработанного тонера. Снять его достаточно просто. Надо развести в стороны два синих фиксатора. Вот мы его вытащили. Здесь внутри находится тонер с отработки. Вот. Заранее готовим пакетик мусорный, потому что это достаточно пыльно. Все это дело в пакет. Высыпаем. Высыпется там достаточно много тонера. Вот. Когда мы оттуда высыпали абсолютно все, мы можем смело вставлять его обратно. Вот таким вот образом. Он закреплен, закрыли крышку, проблема устранена. Мусор взяли, потом выбросили. На этом все закончилось.